Мне кажется, что это настолько проблема разрабатывания посещения Луны или добычи оттуда полезных ископаемых не то что далека, а настолько, так сказать, она сложна и настолько она финансово емкая, что сейчас нам только этого не хватало. У нас с полезными ископаемыми более-менее нормально, а вот проблема у нас такое количество, я бы эти деньги, честно говоря, пустил бы на что-нибудь другое, на важное. Пока что у нас через одну ракету падают, а это очень плохая история. Пока что мы не можем технически обеспечить элементарное так сказать, состояние Земли с помощью спутников, которые корректируют различнейшие системы и проблемы, от мобильной связи до ГЛОНАССов и так далее. Мы пока это не можем вывесить. Какая Луна?